Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной информационный выпуск «Новости района». В студии работает Навсет Пичева. В администрации района состоялось торжественное вручение паспортов детям, достигшим 14-летнего возраста. Для молодых людей это большое и волнующее событие. 8 14-летних девушек и юношей района получили главный документ гражданина России. В торжественной обстановке паспорта школьникам сегодня вручил глава района Заур Хамирзов. Вручение паспортов нашим 14-летним – это знаменательное событие, я думаю, в жизни каждого человека. Это доверие страны, нашему молодому поколению. Учитесь, дерзайте. Я надеюсь, что удостоверение личности, которое вы в первый раз в жизни сегодня получите в руки и будете держать, поможет вам состояться как личности. Уверен, у вас все будет хорошо. В церемонии вручения паспортов приняли участие отличники учебы, участники и победители всероссийских и районных олимпиад и конкурсов, спортивных соревнований, активисты волонтерского движения, а также их родители. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Кардановой Гунес Султановне, обучающейся средней общеобразовательной школы номер 1. Алибердовой Анжелике Анзауровне, обучающейся средней общеобразовательной школы номер 2. Герзеговой Мадине Мурадовне, обучающейся средней общеобразовательной школы номер 3. Тутаришеву Джамалу Каплановичу, обучающемуся средней общеобразовательной школы номер 4. Муратовой Мадине Сальмановне, обучающейся средней общеобразовательной школы номер 5 имени Героя Советского Союза Алия Кошина. Чернышовой Алене Дмитриевне, обучающейся средней общеобразовательной школы номер 7. Душкиной Еве Дмитриевне, обучающейся средней общеобразовательной школы номер 8. Шевцову Валерию Владимировичу, обучающемуся средней общеобразовательной школы номер 9. С получением главного документа гражданина страны и юных жителей района поздравила и начальник управления образования Асиат Берзегова. Я присоединяюсь с удовольствием поздравлениям. Это знаменательный день в вашей жизни, ребята, чтобы вы были настоящими гражданами Российской Федерации, чтобы у вас впереди были только удача и успех во всем. В завершении торжественного мероприятия сделана общая фотография. Ребята, вдохновленные, радостные, покидали администрацию района, трепетно держа в руках свой первый документ – паспорт гражданина Российской Федерации. В рамках краткосрочной программы капитального ремонта в Кашихабльском районе в этом году отремонтированы 3 многоквартирных дома. Произведены работы по замене кровли и инженерных сетей. В поселке Дружба по улице Шоссейной в двухэтажном доме номер 25 завершили работы по замене кровли. Эти преобразования жильцы ждали долго. Работы были проведены по краткосрочной программе капремонта многоквартирных домов. В рамках краткосрочной программы 23-25 в Кашихабльском районе ремонтируются 3 многоквартирных дома. 2 многоквартирных дома – это Дмитрийское сельское поселение и 1 Кашихабльское под Жалимова 6. В данном многоквартирном доме, где мы находимся, Шоссейная 25, Дмитрийское сельское поселение, было предусмотрен ремонт кровли. Кровлю мы сделали, закончили полностью, сдали собственникам. Дом старый, крыша была, ну как, уже вот-вот потекла бы. Спасибо, что вовремя уже начали делать. Мы довольны. У нас этого не было. Вот и вода стекла, все красиво, все сделано. Спасибо большое, что вовремя все сделали. Мы довольны. Спасибо большое нашим мальчикам, они так все хорошо сделали, исключительно. Вежливые, хорошие были ребята. Спасибо им большое. Под эту программу в текущем году попал и находящийся рядом дом под номером 21. Подрядные организации общества с ограниченной ответственностью «М-Строй» были произведены работы по замене инженерной сети по части водоотведения. А этот многоквартирный дом находится в ауле Кашихабль по улице Джаримова, 6. Здесь подрядчики отремонтировали отмостку вокруг дома и заменили инженерные сети. Лет 15 мы живем, даже больше. Преображения хорошие,
капитальный ремонт нам сделали. Мы очень благодарны. Спасибо огромное за все, что нам сделали. Руководители Республиканского фонда капитального ремонта вместе с представителями администрации района сельских поселений и подрядной организации встретился с жильцами отремонтированных многоквартирных домов. В ходе встречи обсудили вопросы относительно проведения ремонтных работ. В поселке Дружба к директору фонда обратились жильцы этой же улицы, но уже другого дома. Их также беспокоит вопрос замены кровли, когда до них дойдет очередь. Руслан Пшигунов в первую очередь обратил внимание граждан на собираемость взносов на капитальный ремонт. Что бы я хотел бы сказать по собираемости, мы работаем с недоимщиками, подаем в суды. Возврат, дальше решение суда, когда есть, мы передаем дело судебному приставу и идет взыскание. Люди должны знать, все зависит от платежей. Есть платежи и есть ремонт. Это деньги ихние со всего Кашхабльского района. И мы разъясняем и понимаем. Вот только что люди вопрос задавали, но собираемость у них слабоватенькая. Ну, им надо подтянуться. Есть определенная процедура, как на более ранний срок переносить. Этим можно заниматься и можно от состояния перенести на более ранний срок. На днях свой профессиональный праздник отметили люди, для которых нет чужой беды и боли. Всегда приходят на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Это, конечно же, социальные работники. 8 июня свой профессиональный праздник отмечают те, кто ежедневно заглядывает своим подопечным прямо в душу, которые, несмотря на свое настроение и другие обстоятельства, идут помогать другим. Люди, для которых нет чужой беды и боли, всегда приходят на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Даже в свой профессиональный праздник социальные работники на посту 24/7. В этой отрасли я работаю 13 лет, уже стаж довольно-таки обширный. Непосредственно была все время вот здесь в хуторе, не меняла место. Я замужем, да, у меня есть взрослая дочь и внуки. Сын заканчивает медицинский колледж по профессии, по специальности фармацевт. Вот, муж работает, держим небольшое приусадебное хозяйство. У Натальи Александровны 10 подопечных. Она навещает их чуть ли не каждый день. Круг обязанностей достаточно широк и индивидуален для каждого пожилого человека. Помимо домашних бытовых хлопот, входит и закупка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Все это требует немало времени, терпения и сил. Нужны ли какие-то особые качества человеку, который решил стать специалистом в этой области? Ну, по всей вероятности, нужны, потому что человек должен осознавать, что он идет к человеку пожилому, у которого свой уклад жизни, свои устои какие-то, привычки. Ты в эту жизнь входишь, ты становишься частичкой его жизни, потому что ты соприкасаешься со всеми темами, что сталкивается он в обычной жизни. Поэтому, да, это просто необходимо. Так, расскажите, пожалуйста, про свой обычный рабочий день. Обычный рабочий день выходим, у нас выходит режим работы с 9 утра. Идешь к подопечному, берешь заказ на, если у него есть продукты, заходишь, берешь заказ на продукты, идешь в магазин, потому что у каждого подопечного есть свой график работы, к нему хождение. Я должна уложиться в это время, у меня, потому что другой человек уже идет по другому времени. Пришла, если у него там стоит сегодня услуга доставка продуктов или уборка, либо доставка воды, я выполняю эту функцию, иду к следующему адресату своему. Та же самая процедура у нас. Выполняем заказ, выполняем, нет, делаем работу по дому. У кого какая услуга? Есть помощь в приготовлении пищи, есть у нас стирка и углажка. В общем, кто, у кого какие услуги, выполняем и так. В таком формате пробегает весь день. Беготне от двора ко двору, магазины, аптека, почта. Мы застали социального работника у Людмилы Таумбековой. Здесь она долгожданный и дорогой гость, которого ждут с нетерпением. Доброе утро, Людмила Витальевна. Как ваше самочувствие? Нормально. Да, ну это хорошо. Я очень рада. Бегу сейчас в магазин и тогда принесу вам продукты. Хорошо? Хорошо. Потом
Тогда мы уже с Наташей фронт работы еще определим, что мы будем сегодня еще делать. Ну, Семеногина Наташа к нам уже несколько лет ходит. Очень хороший человек, очень добрый, внимательный. Всегда выполняет то, что просишь. Сама даже предлагает какие-то услуги. Давайте я вам это помогу, давайте я вам это помогу. Ну, вообще, очень хороший человек. Мы ей довольны. Поздравляем Наташу и всех социальных работников с их праздником. Желаем им здоровья, успехов, трудолюбия и очень даже большого терпения с такими больными, старыми людьми. Это не так просто. Но главное для пожилых людей – это общение и знание того, что о них помнят и всегда готовы прийти на помощь. Этим и занимается наш соцработник вот уже на протяжении 13 лет и ни разу не пожалела о своем решении. В наше время очень, не знаю, есть такая черта характера, когда человек воспринимает вот недостаток внимания, понимания. И я этим прониклась к людям, что вот им нужна помощь. Не каждый на это пойдет, потому что у многих далеко родные. Они зачастую они одиноки, у них нет никого рядом. И вот ты чувствуешь, что ты им нужен. Поэтому, я не знаю, это, наверное, вот моя черта характера, наверное, мое призвание, что вот я не могу пройти мимо человека, не оказав ему помощь. Самое сложное – это держать себя в рамках, иметь, то есть, большое, огромное терпение. Потому что у людей, особенно в преклонном возрасте, у них делается характер, как у маленького ребенка. Он зачастую не понимает происходящего. И нужно огромное терпение, чтобы не сорваться, чтобы быть адекватной, приходить в хорошем настроении и быть адекватным. Сложно ли было освоить вашу профессию? Изначально было сложно. Тяжеловато. Люди разными характерами, с разными судьбами, и порой бывает тяжело работать. Поэтому нужно какие-то навыки определенные иметь. Труд социального работника очень тяжелый. Наталья Александровна говорит, что для этого нужно быть очень гуманным человеком. В свой профессиональный праздник она желает всем коллегам терпения и оптимизма. Всем социальным работникам желаю, во-первых, крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, хороших, покладистых подопечных, чтобы им работа была в радость. И чтобы они, в свою очередь, ходили, работали, дарили людям радость, уважение, любовь, внимание. Всего самого-самого всем наилучшего. Именно участие и поддержка социальных работников вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне, спасают их от одиночества, придают силы для преодоления сложных жизненных ситуаций. Все жители нашего района знают про нашу сферу, про нашу службу. Социальные работники, медицинский персонал в доме-интернате, большой штат. Все это как бы во благо жителей нашего района. До 800 человек социальные работники обслуживают в пансионате бабушки, в социальном жилом доме бабушки, пожилые люди, их обслуживание. Это все значимо для нас, для жителей нашего района. В социальном жилом доме бабушки, старики, которые там проживают, постоянно под уходом. Социальный жилой дом оснащен, все у нас есть, все функционирует. Дом-интернат, пожилые люди, которые остались без заботы, без ухода, в полной мере у нас все это обслуживается. Ну и социальные работники, 80 социальных работников работают по всему району. Обслуживание бабушек и дедушек, облегчение их жизни, помощь в поселениях, сотрудничество с главами поселений. Вот последнее событие, наводнение и так далее. Очень значимо мы участвовали во всех этих делах. Администрация района ценит нашу работу, нашу службу. И в канун нашего замечательного праздника хочу поздравить свой коллектив, большой коллектив. У нас в штате 150 человек, и все, где бы они ни работали, все выполняют свою работу. Я ими доволен.
Многих можно выделять, но цифры и фамилии сейчас я говорить не буду. Но они в полной мере отрабатывают то, что им положено, вкладывая свою душу, силу, нервы. И желаю вам крепкого здоровья, терпения в вашей нелегкой работе, и чтобы все у вас ладилось, чтобы мир у нас был, чтобы вот этих в свете последних событий, чтобы у нас проблем не было, чтобы наши бабушки и дедушки были довольны. Счастья вам, здоровья. Спасибо вам всем. В районе заработали пришкольные лагеря. Они открылись на базе 11 образовательных учреждений. Ребят ждут спортивные соревнования, увлекательные мероприятия и игры. И все это с соблюдением всех правил безопасности. С 10 июня в образовательных учреждениях нашего района начали функционировать детские оздоровительные площадки. Здесь дети обеспечены здоровым питанием и увлечены различными мероприятиями. Пришкольный лагерь – одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха детей школьного возраста. Детская оздоровительная площадка «Лесная сказка» на базе зеленей школы номер 2 аула Кашихабль ежегодно набирает детей с дневным пребыванием. Возглавляет его Зурет Гошева. Цель работы – отдых и оздоровление детей. У нас в лагере 70 детей из СОЖ номер 1 и СОЖ номер 2. Утверждено меню в столовой. Работают опытные повара. Штат составляет из 19 человек из числа работников школы. Работа осуществляется в соответствии с планом мероприятия. Он согласован и утвержден. Программа дневного пребывания учащихся в лагере насыщена разными спортивными, познавательными, развивающими мероприятиями и играми, которые способствуют активному отдыху, а главное – формируют творческие способности детей. Ежедневные спортивные игры, мероприятия, конкурсы в свежем воздухе имеют важное значение для укрепления здоровья детей. Детям у нас очень нравится, родители довольные. Мы принимаем участие в акциях, отмечаем праздники, например, День России, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. У нас очень интересно, дети довольные и родители тоже довольные. В минувшую субботу на сцене сельского дома культуры села Натырбово была представлена театральная постановка Народного театра «Муза. Подруги по страницам книги Светланы Алексеевич. У войны не женское лицо». В минувшую субботу на сцене сельского дома культуры села Натырбово была представлена театральная постановка Народного театра «Муза. Подруги» по страницам книги Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо». Это исповедь более 200 женщин, которые в 41-м девчонками мечтали о любви и счастье, а стали солдатами. Всем женщинам, на чью молодость пришлась Великая Отечественная война, сегодня нашими голосами заговорят они, фронтовые девчонки, фронтовые подруги. Ложась плечом на стык ветер, люди,
тебя мы кормим хлебом. Одно на всех дано нам небо, одна земля взрастила нас. Люди, одни на всех у нас дороги, одни печали и тревоги. Пусть будет сном и мой рассказ. Пусть будет сном и мой рассказ. А может, не было войны, не гнали немцев в Байкалу, обошел без кожи плен и Муссолини в Гудине. Больше не было гестапо. А может, не было войны, и Швайсер, детская игрушка, дневник с одними кровью ран был не написан Анной Франк. Люди, одни в себя мы кормим хлебом. Одно на всех дано нам небо, одна земля взрастила нас. Люди, одни на всех у нас дороги, одни печали и тревоги. Пусть будет сном и мой рассказ.
какого размера были. А жеребеночек такой красивый, и хвост у него пушистый. А у меня коса была длинная-длинная, не успела нам косу отпускать. А я до этого не слышала даже выстрела из винтовки. А я так петь люблю, все песни знала. А я стихи Пушкина любила читать и мечтать. А я цветов нарвала, маленький такой букетик. Кто сказал, что у войны не женское лицо? Они шли вместе с нами плечом к плечу. Они сеяли, стирали, вытаскивали нас из поля боя. Они ночами стояли у станков, чтобы мы делали эту победу. Они ждали нас. Женщина и война. Оба эти слова женского рода, но как же они несовместимы. На самой страшной войне 20 века женщине пришлось стать солдатом. Она не просто спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из снайперки. Подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Она уничтожала врага обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю. Качается рожь нежатая, шагают бойцы по ней, шагаем и мы, девчата, похожие на парней. Нет, это горят не хаты, то юность моя в огне. Идут по войне девчата, похожие на парней. Thank you.
пришла я с фронта, совсем седая. 21 год, а я уже вся беленькая. Я была ранена, у меня была контузия. Я плохо слышала на одно ухо. Мама встречала меня словами: «Я верила, что ты придешь. Я молилась за тебя день и ночь». Брат на фронте погиб. Она плакала. Одинаково теперь рожай мальчиков и девочек. Он же все же мужчина. Он обязан защищать родину, а ты же девчонка. Я об одном просила: если ранят, то пусть лучше убьют, чтобы девушке не остаться калекой. Началась эта проклятая война. Со школьной скамьи мы пошли на строительство железной дороги Гагра-Сухуми. Я запомнила, какой мы ели хлеб. Он был словно ежик. В 41-м году пошла в госпиталь добровольно. Бои шли очень жестокие, раненых было много. Меня поставили на раздачу питания. Это должность круглосуточная. Через некоторое время ранила в левую ногу. Скакала направо, но работала. Потом дали еще одну должность сестры-хозяйки. Это тоже надо было быть на месте круглосуточно. 20 месяцев никто не сменял, не заменял меня. Левая нога, опухшая до колена, забинтована. Руки прооперировали, тоже забинтовали, голова забинтована. В школьные годы я сдавала нормы ГТО, но нет еще такого спортсмена, который бы в таком состоянии проскакал 20 месяцев круглосуточно. Я проскакала, я смогла все, я справилась. Сейчас у нас все хорошо, все утопает в цветах, а я изнываю от боли. У меня сейчас не женское лицо. Пройдя войну, я разучилась улыбаться, и когда я пришла домой, мама меня не узнала. Я ушла из детства в грязную теплушку, в эшелон пехоты, в санитарный взвод. Дальние разрывы слышал и не слышал, ко всему привыкший 41-й год. Какие у нас были девчонки, спрашиваете? У нас была Чернова, уже беременная. На боку несла мину, где рядом билось сердце ребенка. Вот и разбирайтесь, что это были за люди. История еще сотни лет будет разбираться, что это такое. А вы представляете, беременная несет мину, а ведь она ждала ребенка. Она любила ребенка.
хотела жить, но она шла. Спокойный взгляд, открытое лицо. Могла бы стать заботливой мамой и любящей женой, а не бойцом. Шагающую ночную тропу упрямо прошла твоя зернистая стезя через страны израненное сердце, когда судьбой начерпено нельзя, а надо мне с судьбой смириться. После карантина, перед принятием присяги, старшина привез в роту обмундирование. По своему росту и комплекции я оказалась самой маленькой. Рост 153 сантиметра, обувь 34 размера. А мне достались сапоги, ботинки, даже ботинки. Американские, тяжелые, 42 размера. С металлическими подковами, во весь каблук и на носках. Я их снимала и одевала. Так, не расшнуровывая, прямо через голенище. Тяжелые, и ходьба моя была похожа на все, что угодно, кроме строевого шага. От моего строевого шага по каменной мостовой отсекались искры. И я ходила в них, волоча ноги по земле. Боже мой, каким мучительным был первый марш! Командир увидел тогда меня, как я иду, вызвал. Смирнова, как ты ходишь? Тебя что, не учили поднимать ноги? Объявляю тебе 3 наряда вне очереди. Я ответила: есть, товарищ старший лейтенант, 3 наряда вне очереди. И повернулась, чтобы идти. А ботинки остались стоять на полу. Ноги были стерты до крови голенищами. Тогда-то и выяснилось, что по-другому я уже ходить не могла. Ротному сапожнику, паршину, дали приказ сшить мне сапоги и старый плащ-палатки 36 размера. Когда упав на поле боя и не стихав, а наяву, я вдруг увидел над собою живого взгляда синеву. Когда склонилась надо мною страданья моего сестра, боль стала сразу не такой, не так сильна, не так остра. Меня как будто оросили живой и мертвой водой, как будто надо мной Россия склонилась русой головой. Как-то привезли, не помню, где это было, когда это так было давно, около 200 человек в один сарай. Я бегала от одного раненого к другому, не понимая, что мне делать, потому что все кричали: «Сестричка, помоги! Больно, помоги!» Я бегала, металась несколько суток и до такой степени устала, что однажды, бежав, я споткнулась и упала. И тут же уснула. Пришла в себя, когда молодой лейтенант, который тоже был ранен, лежал на одном боку, кричал: «Молчать! Молчать!» Это кричал он солдатикам, которые просили помощи: «Сестричка, помоги!» Я вскочила, я не знала, куда мне бежать, в какую сторону, что мне делать. И вот тогда я первый раз за всю войну заплакала.
Я только раз видала рукопашный, раз наяву и сотни раз во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Стирала белье, через всю войну стирала. Белье привезут, оно заношенное, черное, завшивленное. Халаты белые, а эти маскировочные, они не белые, они красные от крови. Гимнастерка без рукава, дырка во всю грудь, штаны без штанины. Слезами отмывала, слезами полоскала. И горы, горы этого белья. И сейчас вспоминаю, руки по сей день болят. А по ночам снятся сны, как это было. Да разве словами расскажешь? Ах, война, что ты сделала, подлая? Вместо свадеб разлуки и дым. Наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, но куда от них денешься? Да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть твердят, что надеяться не на что, что идете судьбой наугад. До свидания, милые девочки, постарайтесь вернуться назад. Раз об этом расскажешь, какие ты годы жила, какая бессмертная тяжесть на женские плечи была. То утро с тобой попрощались твой брат или муж, или сын, и ты со своей судьбой осталась один на один. Один на один со слезами, с нежатыми в поле хлебами, ты встретила эту войну. И все, молчание.
главное на войне оставаться человеком. И эта победа стала великой нравственной победой в эту страшную войну. Женская память возвращает нас на круги милосердия, потому что у войны не женское лицо. Женщины придумали войну, но если надо, встанут и они, и встали, воевали наравне, и под огнем шли к раненым бойцам, что было чуть полегче на войне. Безусы пацанам и их отцам, девчата жены. В качестве зрителей присутствовали председатель Кашхабского отделения Союза женщин Республики Адыгея Зарема Гурижева и член Союза женщин, директор централизованной библиотечной системы Фатима Хакунова. Добрый день, уважаемые друзья. Мы тут прослезили. Спасибо большое за такое напоминание о войне. Я бы хотела, чтобы этот спектакль сегодня смотрели все. Молодцы, что у вас сегодня связь поколений. Школьница, молодцы. Работникам культуры, библиотеки. Зинаиде огромный поклон и рецепт за такие хорошие мероприятия, которые проводятся в вашем сельском доме культуры. За связь поколений. За то, что молодые сейчас смотрят на старшее поколение и учатся добру, милосердию и хорошему отношению друг к другу. И дай Бог, чтобы все ваши близкие, друзья, которые сегодня присутствуют, не видели никаких бомбежек, никаких подвалов, никаких ревущих самолетов. Удачи! Здоровья, исполнения всех желаний и побольше творческих спектаклей. От имени Союза женщин Кашхабского района разрешить
вручить благодарность Народному театру «Муза» и большой подарок для коллектива. Спасибо большое. Сегодня очень приятно, что сегодня представители из нашего района приехали к нам, Бурижева Зарема и Хакунова Фатима. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня с нами. Мы очень благодарны вам, что вы разделяете наше творчество. В завершении участники мероприятия направились к мемориалу Славы и возложили цветы к монументу. Это была последняя информация на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.